вы знаете, супергруппа, суперзвезды. У нас такая проблема, у нас басист, он, в общем, ушел. Ну, как бы это, потерялся, как бы забухал. Много лет назад? Вот, надо бы как-то его заменить. Есть те, кто всегда мечтал играть на басу, но не умеет. Короче, ребят, у нас все, мы играем под фонограмму, все записано. От вас можно только стоять. Ладно? Я потом уйду. Шикарная бас-гитара. И за акустики, и по сути. Вы на таком никогда не играли. Вот, смотри, ее слышно не будет, то есть она играет, но слышно не будет. Есть желающий? Давай. Кто? Ты готов, да? Побыть басистом. Я правда не знаю, куда тебя сорвать. Еще, нужен ударник, смотрите. Та же самая ситуация. У нас есть ударная установка. Теперь есть. Суть ударника в чем? Он должен на заднем фоне сидеть там и что-то творить. Вот. Если где кто-то, кто не умеет играть, но всю жизнь мечтал на сцене посидеть, потолпить. Есть такие желающие? Если среди вас есть, подходите, не стесняйтесь, вас все равно слышно не будет. Ты хочешь? Отлично. Давай. Мы как раз хотели очень стройного, да? Поменьше. Вот сади сюда. Как раз место есть, смотри. Вот, тебе основной барабан. Еще кто-нибудь хочет, может, ты просто очень делать. Есть желающие? А ты спроси после какой-нибудь песни просто. Смотрите, если вы устанете, вы можете расставить, с кем-то поменяться. Можете вообще начать, все. Давайте начнем. Ну, просто хотя бы нормально начать полностью составить, наконец-то. А то... Послушаем ударку, да? Так, ну я тоже помогу, да, немножко, помогу. Ну, все равно, мы выступаем под фонограмму, все записано в фонограмму, даже я говорю под фонограмму, извините, немножко не попал. Все. Так, создайте звук, давай, включай фанеру и начнем. А, ты забыл. Розыгрыш, ребята, еще последнее. Есть в зале люди, у которых есть рука? Вот серьезный вопрос. Есть у кого-нибудь рука? Вот кто, поднимите, у кого есть, кому не стыдно, не страшно. Смотрите, конкурс на то, на самое лучшее место, куда эту руку можно засунуть. На самое интересное место. То есть то, что вы подумали, это банально, нам уже 100 раз предлагали, это неинтересно. Давайте, что это поинтереснее? Куда можно засунуть руку? В карман. В карман. Так, ну пока в карман, ладно. Куда? В огонь. В огонь уже было. В почку. В почку? Кто-то знал, сказать. Куда? Ботинок. Куда? Ботинок. В ботинок. Соседу. Соседу. Куда? Где мы работать будем? Куда еще? За пазуху. За пазуху. Так, пока самый оригинальный ботинок. В червоточину. Соседу. В червоточину. О, интереснее. Я могу рукав. В черничный пирог. В черничный пирог. А, еще оригинальный, да? В оливье. В оливье. Да лучше голову. Итак, оливье раз. Оливье два. Оливье три. Что? Куда? Не слышу, подскажи. Крабовый салат. Валерий рассчитал. Крабовый салат? Да. Считовую. Слушайте, а конкурс-то прямо вообще не утекает? Гусеницу. Гусеницу. Итак, щитовую. Пасть. Пасть ко льву. Нет, это банальнее, чем то, что ты говорил. Итак, что было? Барабан. Ну, это тоже было. То есть пока щитовая и крабовый салат нас лидируют. Давайте уже проголосуем, а то мы сейчас не начнем. Крабовый салат и щитовая, давайте. Крабовый салат, кто за него? Прям, нет, давайте пошумим. Вот, кто за крабовый салат? Пошумим, давайте. Кто за щитовую? Хорошо. Отлично, значит, победила щитовая. Держи приз. Копай. Все по-честному. Щитовую. Запомните, да? Постараюсь не забыть. Все. Хорошо, давайте уже начнем. А то уже настраивали слово. Басист. Ё-моё! Я его боюсь. Ну что? Поехали. Запускай. А там хоть кто? We'll be right back.
настроить злую мину. Позволь мне дать тебе совет. Не суй руку в огонь, не суй руку в огонь, обожжешься, обожжешься. Не суй руку в огонь, не суй руку в огонь, обожжешься. Хочу тебя предостеречь, речь от боли. Знаю, не трогай ты каминный печь. Не суй руку в огонь, не суй руку в огонь, обожжешься. Не суй руку в огонь, не суй руку в огонь, обожжешься.